Даю вам шепоток на защиту от врагов. Делать его нужно на свечу. Поэтому делайте вы его, когда у вас рядом есть свеча. Если вас кто-то обидел, напал на вас, или вы чувствуете, что вам отправили негатив, зажигайте свечу и читайте такие слова. 9 раз. Огонь горит, моему слову силу сулит. Врага моего сжигает, уничтожает. Как свеча догорит, так исполнится. Заклинаю. И почувствуйте, как огонь сжигает вашего врага.